Жень, с победой. Прошлый матч ты пропустил, я так понимаю, за здоровье. Перед этим как был готов на 100%? Да, там небольшое повреждение было, но я индивидуально тренировался, так что, в принципе, все нормально. Даже когда у команды был выходной, я тренировался, так что хорошо себя сегодня чувствовал. Как тебе сегодняшняя игра? Очень эмоциональная, да? Ну да, очень эмоционально, очень много борьбы было, такая настоящая битва. Хорошо, что получилось в ней выиграть. Были интересные моменты. Вот в одном из эпизодов ты тут упал и не в подкате, а как-то телом отбил мяч. Помнишь этот эпизод? Там вроде вообще в голову мне попало, да. Я начал просто расширять свое тело и в голову попало, повезло. Был момент во втором тайме, где ты там выбил, можно сказать, уже штрафной. Очень хороший мяч. Начал заводить трибуны. Да, да, но это, конечно, сам заводишься, особенно когда такая эмоциональная игра, когда как-то помогаешь команде, это всегда дает тебе стимул, сам заводишься. ЦСКА много давил, сильный соперник? Да, очень сильно организованная команда, очень понравилось, как они играли, достаточно тяжело против них было играть, но хорошо как получилось. Фингал у Баринова, разбитая голова у Сули, это все издержки вот этой всей борьбы? Ну да, да, это показатель того, что сегодня была очень напряженная борьба. Все шло к ничьей нулевой, в конце все-таки забили, верили вы, и как все это ощущалось с поля? Ну, играли, да, конечно, верили, и я считаю, в концовке так мы уже чуть подавили. Если первый тайм говорить, то ЦСКА, наверное, больше имело моментов, то во втором тайме мы вышли, достаточно хорошо играли, и уже мы подавливали, забили, и как это бывает, конечно, чуть сели в оборонку. Что в раздевалке происходило после матча? Ну, все были очень довольны, конечно, победе, все радовались, поздравляли друг друга, как обычно, после такой тяжелой победы бывает. Старт сезона «Локомотива» насколько оценишь? Ну, очень хороший, считаю, старт, наверное, по 10-бальной где-то на 8, почти все выиграли, с «Динамо» жалко не смогли взять очки, хотя, по моему мнению, должны были.